Ежедневно человек сталкивается с проблемой выбора. В череде многочисленных возникающих вопросов есть один, который касается каждого из нас. Где и как можно вкусно поесть? В Новороссийске немало ресторанов с интересной разнообразной кухней, но всем давно известно, что еда в таких заведениях зависит в большей степени от шеф-повара и его команды. Теперь с созданием гильдии Черноморского побережья шеф-повара из Анапы, Геленджика и Новороссийска могут не только получать консультации и поддержку лучших специалистов страны, но и делиться собственными достижениями и идеями. Ведь развитие возможно только в движении. В этот вечер в конференц-зале отеля «Хилтон» одного из партнеров проекта собрались настоящие мастера своего дела. Всех присутствующих поприветствовали президент гильдии шеф-поваров Черноморского побережья Евгений Виток и его коллега, президент национальной гильдии Александр Филин. Огромное количество медалей на его форме говорят о том, что этот человек знает о кухне все и что он готов делиться своими знаниями с каждым участником гильдии. Гильдия шеф-поваров, Национальная гильдия шеф-поваров России, вашему президенту передает медаль «Бокюс д'Ор», который проходил в Лионе в 2007 году. И решением кулинарного совета России, я не знаю, первая эта медаль, но я уверен, будет много последующих, да, да, Женя, это медаль для тебя. Поздравляем, Женя. Развитие гастрономии Черноморского побережья – одна из главных задач национальной гильдии на данном этапе. В свою очередь Александру Николаевичу Филину вручили свидетельство почетного члена гильдии шеф-поваров Черноморского побережья. От лица всех нас буду всех благодарить, желать всем удачи, удачи, профессионального карьерного роста. Гильдия – это общество людей, которое должна вам угождать, тем помогать. Поэтому будем делать все, что сможем. В этот вечер произошло еще одно значимое событие в гастрономической жизни побережья. Главы Ассоциации кулинаров Крыма и Севастополя и гильдии шеф-поваров Черноморского побережья подписали меморандум о дружбе и сотрудничестве. Созданная гильдия не только объединение единомышленников, это еще и место для встреч друзей. А их в этот вечер здесь было немало. В их числе и директор журнала «Собака.ру Новороссийск». Сегодня произошло большое событие на нашем побережье. Я думаю, это одно из важнейших событий в гастрономии нашего региона. Я безумно рада, что мы приняли участие в этом, в организации. Мы были во время зарождения той важной истории гастрономического движения Черноморского побережья. И «Собака», журнал «Собака», является информационным партнером. От всей души благодарит Евгения Виток, президента гильдии Черноморского побережья, за то, что доверил нам эту важную роль. И я хочу сказать со стопроцентной уверенностью, что мы не подведем. В этот вечер шеф-поварам самых элитных ресторанов юга страны были вручены свидетельства гильдии шеф-поваров Черноморского побережья. Я думаю, что сегодняшний день ознаменует по-настоящему большой старт в области гастрономии у нас в регионе. Большое спасибо президенту Ассоциации гильдии Черноморского побережья, большое спасибо президенту Национальной гильдии за то, что поддерживает это все. После завершения официальной части всех присутствующих ждал праздничный фуршет, а музыкальное сопровождение лишь подогревало атмосферу и, конечно же, аппетит красивой и вкусной жизни. Наши двери открыты для всех членов, кто планирует развиваться в этой профессии. Спасибо всем гостям, что пришли к нам на наш праздник, на наше мероприятие. Все получилось здорово. Алина Дементьева, Денис Ротарь, Новая Россия.